Всем добрый день, всем добра и удачи. С вами Надежда. Я сейчас нахожусь в самом тихом уголке, на данный момент тихом уголке парка в Лазаревском. Это со стороны улицы Павлова. Там за оградой, за забором идет улица Павлова. Здесь каких только нет деревьев, какая разновидность. И хвойные, и сосны, и ели, и кипарисы, и фихты. И вот яблони декоративные, а там за яблоней айва растет. Нас осенью угощали, крупные были плоды. Пока не работает этот аттракцион детский на воде. А рядом, смотрите, какая плакучая ивушка. А может, это не плакучая, может, это кудрявая ива, еще есть такая разновидность. У нас дома растет кудрявая ивушка. Ну, красиво, не правда ли? Здесь вот только эта собачка черненькая. Она здесь живет постоянно. В какое бы время года ни приехал, она всегда здесь, никуда не уходит. Ее здесь подкармливают, и ей здесь очень хорошо. Смотрите, лампочки зажглись. Наверное, проверяют работу. Поэтому включили средь бела дня. Я люблю Лазаревское. Я тоже его люблю. Да кто же его не любит? Мне кажется, очень многие любят. Кто здесь побывал? Один хотя бы раз. Вот такой видок здесь, в этой части парка. Надежда с вами.